Доходы от оказания платных медицинских услуг в государственном секторе здравоохранения относительно стабильны и ежегодно формируются на уровне 3 миллиардов рублей. Их доля в консолидированном бюджете здравоохранения республики составила 7,6%. В структуре видов доходов по платным услугам сохраняется достаточно высокая доля доходов от оказания диагностических услуг в амбулаторных условиях. Это 76,3%. Конечно же, оказание платных медицинских услуг сегодня – это реальность жизни. Но, уважаемые коллеги, давайте будем честными. Даже за деньги пациента мы не можем обеспечить пациентоориентированный подход. Мы занимаемся продажей отдельных медицинских услуг. Вместе с тем пациенту должен быть представлен комплексный пакет услуг, сформированный по принципу законченного случая. И еще, считаю недопустимым оказывать платные медицинские услуги больным с онкопатологией. Получение доходов не должно превалировать над врачебным долгом. В этом году мы увеличили на 40% квоты на дорогостоящие методы исследования, такие как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. И данные исследования будут проводиться бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Вы обязаны информировать население в понятной форме о праве на бесплатную медицинскую помощь и условиях предоставления платных услуг. Необходимо объединить усилия всего медицинского сообщества, чтобы любые нелегитимные платежи населения за медицинские услуги, уже оплаченные государством, были изжиты. В условиях нестабильной экономической ситуации подобные злоупотребления будут особенно остро восприниматься населением.